Друзья, всем привет! Сегодня я приготовлю холодный суп таратор. И буду использовать вот ту самую пасту из чесночных стрелок, вот она у меня, которую я готовила впрок, храню в холодильнике. Для таратора нам понадобится примерно 400 граммов огурцов свежих, я их очистила. 60 граммов орехов, их нужно измельчить, можно истолочь в ступке, как я это делаю. Половинка лимона, сок, немного чесночной пасты, чайная ложка. Это где-то 2-3 зубчика чеснока старого, если вы будете делать. Укроп, водичка, йогурт или кефир. У меня кефир домашний. И миска, в которой мы все это будем смешивать. Так, в миску я отправила огурчики, натертые на такую вот терочку. Можете на крупную терку просто потереть, у меня такая. Толченые орехи. У нас здесь укроп, чесночная паста. Вода и вот сок половинки лимона я отправляю в воду. И этой водой заливаю эту смесь. Также я сейчас перемешаю и отправлю сюда же кефир. Дальше заливаем сюда наш кефир. У меня он жирный. Если у вас недостаточно жирный кефир, то хорошо бы еще добавить ложечку столового растительного масла или орехового масла, кунжутного по вкусу, какое вам больше нравится. Такой суп можно подавать как свежеприготовленным, так и хранить в холодильнике. Можно приготовить его на минеральной воде вместо обыкновенной. Подаем мы его со свежей зеленью укропа и с долькой лимона. Всем приятного аппетита!